необычный формат видео. Золотая осень в субтропиках. Летающие попугаи. Вон они. Попытаюсь вам увеличить. Не знаю, насколько хватит зума. Честно говоря, даже их потерял сам. И сейчас они когда пролетят, покажу. Деревья желтеют на фоне пальм. Летающие попугаи. В общем, как говорится, фантастика. Вот желтое дерево. И прямо за ним пальмы. Красота просто неописуемая. Сейчас попытаюсь все-таки поймать попугаев в кадр. У нас их здесь очень много. Но у них сейчас активный период высидки яиц. До них даже, кстати, домики сделали. Так. Вроде бы слышно. А вон один сидит. Не знаю, получится вам. Зум все-таки нехороший. Нет, не смог. Честно говоря, не получилось. В начале кадра было видно его. Вон еще один пролетел. Вон они, как птицы, голуби были. А вон попугай. Так, может быть, сейчас получится его на зум взять. Вон он сидит. Да, вроде получилось. Вот наши местные попугаи. Вон он улетел. Жаль, не получилось поймать. Ну, в общем, их здесь очень много. А вон они. Смотрите. Да? Сейчас попытаюсь все-таки поймать кадр хоть одного. А вон летит. Улетел. Кажется, это ожереловые попугаи. Вот эта семейка поселилась вот в этом доме. А вообще они себе делают дупло прямо в деревьях старых. Вот. Думаю, может быть, это кому-то интересно. А может и нет. Как назло это называется, ни одного попугая. Ну ладно.